Знаете, что самое интересное? Я сейчас не до шуток. Сейчас я хочу сказать от души, правда. Это Луганск. Луганск – это Украина. Ребят, кому хотите поблагодарить за то, что вам помогли доехать на фестиваль? Это есть такие люди. Это компания «Елка Продакшн». Это раз. Компания «Рента» в лице Игорь Калиниченко и двух замечательных людей. Это Вадим Романович Даниэлян и Александр Петрович Брагин. Вот благодаря им. Спасибо. Да, еще кому-то хотят передать привет. Секундочку, да. Я бы хотел передать привет своей школьной учительнице по математике, которая все время говорила, что мне ничего не получится. Нелли Ивановна, шах и мат, я в телеке. Нелли Ивановна, ребята, спасибо вам большое. Вы слышите эти аплодисменты? Вас ждут, что вы сидите. Вперед, рвать! Здравствуйте! Вас приветствует луганская сборная. Чтобы пройти дальше в Лиге смеха, мы решили взять пример с нашей любимой футбольной команды «Луганская Заря», которая все ближе и ближе подбирается к лидерам футбольного чемпионата Украины. И это естественно, потому что в составе футбольного клуба «Заря» играют такие футболисты, как Никита Шевченко, Виталий Вернидуб, Григорий Ярмаш, Максим Белый, Никита Каменюка, Джаба Липартия, Александр Грицай, Жель Кулебенович, Руслан Малиновский, Игорь Чайковский, Филипп Бутковский, Дмитрий Хомчиновский, Лаки Дахор. И это только те, которые не закодировались. Луганская сборная, мы начинаем! Один день из жизни строителей Керченской переправы. Смотри, Михалыч, цемент привезли. Это не нам. Тогда домой. Дарта Вейдера бросила девушка. Мужчины знают, что женщины любят все драматизировать. Но иногда они это делают в самых непредсказуемых местах. Итак, маршрутки. Извините. Извините. Возьмите. Один. Одна. Уже 5 лет как одна. Как капля росы в засохшей пустыне. Как одинокая ветка сакуры в зимнем саду брошенная. Никому не нужная старая дева. Девушка, передайте за проезд. Один. А следующая миниатюра прозвучит специально Жень, для... Жень, подожди. Артем, иди сюда. Ребята, вы сейчас не поверите, что произошло. Буквально за кулисой сейчас девочка потеряла свою собачку. А я взял ее и нашел, и теперь я точно знаю, чем я буду заниматься. Я буду разыскивать домашних животных. О, это как Эйс Вентура? Правильно, мальчуган, как Эйс Вентура. Привет, бабуля. Какая бабуля? Подыграй мне, дурак. Старая бабка с Мелитополя! У меня украли! Что ж бабок воруют? Сову! Сову! Совушку мою украли! Помоги, мужик! Это мог сделать только один человек. Сову! Украй! Ей-ей-ей-ей-ей! Александр! Друзь! Дело раскрыто! Что вы показываете? У нас есть адекватные номера. Юра, нормально объяви. Я сказал, нормально объяви. Профессия водителя маршрутки – это уже героический подвиг. Шеф, трогай, уже полный салон. Нет, мне нужно больше людей. Да куда еще? Тут уже сесть негде! Еще! Мужик, ты куда с этой фиговиной? Еще! Бабушка, вы куда всем утра? Я не знаю! Я просто бабка! Мне надо куда-то ехать с утра!
что в сумках? Та я не знаю, но воно тарахтить и воняє! Еще! Все! Кончились люди на привозе! Ну тогда поехали. Пахло весной. Ну, и в конце серьезно. Мы, команда из Луганска, на протяжении 7 дней, как мы здесь, в Одессе, с Лигой Смеха, нас окружают улыбки, улыбки наших друзей. Так было, и мы надеемся и верим, что так и будет. Спасибо. Луганская сборная! Дамы и господа, ваши аплодисменты!